года у нас у всех есть шанс. Я как болельщик, у нас есть шанс наблюдать самого лучшего центрового на сегодняшний момент Национальной баскетбольной ассоциации. White Howard. Несмотря на то, что мы прилетели только-только, чувствую себя прекрасно, вижу людей, которые пришли сюда посмотреть на меня. И не только мне, но и на Андрей, естественно, так что я очень рад. It's the question about very important thing. Who's gonna be the champion this year? Победитель возьмет все. Отличный ответ. Андрей, как часто вам доводилось, вообще доводилось, когда вы принимаете участие в конкурсе по броскам сверху? Два раза конкурса по броскам сверху в России. На матче всех звезд в городе Пермь и в городе Казань. В городе Пермь я выиграл, в городе Казань проиграл в финале. Но я думаю, что подавать будет далеко. Can you try to dunk like White Howard? I can only try. How many times you win the dunk contest in your life? I mean, in kids, in high school, in NBA? About 10. Десять раз выиграл конкурс на подбивание сверху. Even be it was, pretty enough. So are you going to take part in this competition? No. Why? Because professionals are not allowed? No. We're the judges, so we want to see who's the best out of the young guys, out of the short guys. Short guy. Okay, thank you. Take your place in the jury. And приветствуем Андрей Кириенко, Дуайт Ховард, член жюри! Президент Российской Федерации баскетбола Александр Крестенков. Он нас тоже будет в жюри. Александр Крестенков, просто вас подари аплодисменты. И, конечно же, хотелось бы позвать Егора Борисова, представитель NBA у нас здесь, в России. Егор, давайте аплодисменты, передавай! Мы сейчас сломаем парты. Нет, никому не нужен. Давайте еще танки поприветствуем! Давай, давай!
выше? Да, это так похуй. Смотря собака в руку. Друзья, победитель сразу нас убьет. Элитнейший кросс, адидасская зима. Самый легкий пассовый кросс вообще, который существует, вот так и будут в руках держать. Рекорд. Самый легкий. Смотри. Лучший кадр. Александр, как вы думаете? Все, давайте, собираем. Это нашему зрителю сегодня достанется, пока у нас разминка. Не, а у меня... Чего-то нравится. Сейчас работаем. Это не клей, желаете.